Всем привет! Вы на канале «Покупки на диване». Нам пришла посылка. Это телефон. Были проблемы с таможней. Я вижу, что посылка уже вскрывалась у нас в стране. Она переупакована и наклеена табличка с таможенной лентой. Давайте приступим к распаковке. Телефон называется Qubot Note S. Это бюджетная модель. Купил я ее на Алиэкспрессе за 72 доллара. Я хочу подарить этот телефон своей теще. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Вместе с телефоном должен идти силиконовый чехол, и на телефоне уже наклеена защитная пленка на экран. Сам телефон. Бумажки, USB кабель и оригинальная розетка для зарядки телефона. Он еще тут запечатан, оказывается, в пленку. Конечно, чехол не очень красивый, но на первое время нормально. В принципе, нормальный. Мне казалось, что будет немного побольше. Лопата такая большая будет. Мои первые впечатления об этом телефоне. Вот в этом чехле размер его увеличивается во много раз. Телефон кажется больше. Если его вытащить из чехла, то он как обычный телефон. То, что здесь такие по бокам бампера. Действительно клеено то ли стекло, то ли пленка защитная. Тоже плюс к этому телефону. Еще я не могу его включить, скорее всего. Крышка снимается. Да, здесь наклеена наклейка на батарейку. Телефон как телефон. Сейчас вот покопался в нем, забил первые настройки, которые нужны при подключении телефона. Зарядка здесь на 1 ампер. Давайте расскажу, какие параметры у этого телефона. Выпуск его в 2016 году. Фирма Qubot. Камера у него 8 мегапикселей. Android 6.0 стоит. Батарейка емкость 4150 мАч. Довольно-таки большая батарейка. И самое главное, снимается задняя крышка. Если что, можно снять батарейку. Должно держать где-то около 3 дней. Время разговора 7-8 часов. Оперативная память 2 гигабайта. Внутренняя память 16 гигабайт. Рассчитан на 2 сим-карты. Процессор 4-ядерный. И в продаже имеются расцветки белый, черный и золотого цвета. В комплект также входит силиконовый чехол, покрытие на стекло. Размер его немного большой, но в принципе, если без чехла, то вот он, как обычный телефон. Просто я читал комментарии, что он писали, что он очень большой. Задняя крышка хорошо лежит в руке, не скользит. Ну, выглядит нормально. Это я думал, что будет немножко похуже, конечно. Но чехол надо покупать какой-нибудь получше. Тут за счет вот этих вот углов, которые сделаны, увеличены с воздушными такими подушками, он кажется гораздо больше. Обзор на этот телефон вы можете найти в YouTube. Полно обзоров. В прошлом году его снимали. Он очень популярный был, потому что со своими параметрами за такие деньги это очень выгодный телефон. И многие обзорщики, кто его снимал по нему видео, охарактеризовали как хороший телефон. Поэтому я остановился именно на нем. Мне понравилась цена, его параметры. Спасибо за ваши просмотры. Сегодня у нас была распаковка телефона Qubot Note S. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до встречи. Всем пока.